Меня зовут Алена Буждит, я из Украины, город Бровары. Хочу представить вам свою работу «Метаморф». Метаморфы – это существа, способные изменять свою внешность, затеряться среди толпы. Красота – понятие субъективное, и каждая женщина в той или иной степени имеет свойство метаморфа. Все мы разные, каждая имеет какой-то врожденный набор качеств. Кто-то меняет в себе какие-то черты, подгоняя внешность под сегодняшние стандарты. Для некоторых это превращается в настоящую гонку за придуманным идеалом, теряя при этом индивидуальность. Девушку на картине поглощают ее мысли. Она прячется, но одновременно хочет быть заметной. У каждой из нас бывают такие дни, когда надеваешь эффектное платье, ярко красишь губы и наслаждаешься повышенным вниманием окружающих. Это тоже маска, за которой можно скрыться. Становишься яркой, максимально отвлекая внимание на внешность, при этом оставляя настоящую себя как можно дальше от людей вокруг. Так далеко, что порой сама на время забываешь о ней и целиком сливаешься со своим внешним образом. А бывает просто хочется быть собой, с собой наедине, невидимой. Часто эти состояния сменяют друг друга. Сложности, которые нам удалось преодолеть, чаще всего невидимы. Но то, какими мы стали, видят все. Не страшно, что люди увидят морщинки в уголках глаз. Какое это имеет значение, если в этот момент мы им улыбаемся? Не стоит беспокоиться о своих недостатках. Важно помнить о своих преимуществах. Не стоит тратить силы, чтобы предотвратить неизбежное. Лучше наслаждаться всем тем прекрасным, что у нас есть.